Дорогие друзья, а со мной сейчас исполнительный директор Центра азербайджано-русской культуры Мехман. Здравствуйте. Надеюсь, я все правильно сказала. Здравствуйте. Правильно. Центр культуры солидарности. Вот, видите, немножечко все-таки ошиблась. Расскажите, пожалуйста, сегодня мы на замечательном мероприятии, которое объединяет и несколько жанров, и несколько поколений. Как вы относитесь к этому мероприятию, в принципе, как благотворительности, может быть? Конечно, сегодня очень прекрасное мероприятие. Мы благодарны за приглашение, потому что здесь участвуют и представители нашего центра. Здесь присутствуют также учащиеся школы «Маяк», которые действуют при Центре азербайджанской русской культуры и солидарности. И сегодня для нас приятно получить море позитивных эмоций, прекрасное представление «Волшебная флейта». И мы надеемся, что такие представления, такие вот спектакли побольше и дадут нам возможности нашим детям узнать культуру и историю и поближе познакомиться с достопримечательностями не только российского народа, но и все представители России. А как вы сами относитесь к классической музыке? Может быть, вы достаточно часто бываете в опере? Я отношусь очень хорошо. Но не могу сказать, что очень часто посещаю, но, конечно, очень люблю классическую музыку, потому что для нас это тоже родное. Я могу сказать, что в Азербайджане тоже были очень много композиторов, которые и Узейр Гаджибеков, и Гара Гараев, репертуар которого до сих пор исполняется. И, конечно же, как человеку, представляющему культуру, центр культуры азербайджанской русской культуры солидарности, для нас это очень приятно и очень важно. И еще раз хочу сказать большое спасибо всем организаторам, всем тем, кто организовал такое прекрасное мероприятие и пригласил нас здесь участвовать. Спасибо вам огромное. Нам вдвойне приятно, потому что здесь действительно присутствуют такие люди. У нас огромная честь с вами поговорить. Спасибо большое. Спасибо тебе, Шанс.